Всем привет и добро пожаловать в самое большое обновление в FPS Simulator 99. И я вам расскажу все, что добавили в это обновление. Все, что есть. Новые перст, новые 25 локаций. Новые сундуки, новые энчанты, новые чармы, новые зельки, новые функции, новые ивенты и хьюч пэты. Награды за индексы и многое другое, это уже есть в этом обновлении, так что заходите по ссылке в описании, играйте. Награды за индексы. То есть вам надо получить 3 репёста, чтобы какие-то награды получить. За каждого пэта дают 1 поинт, за хьюч пэта дают 10 поинтов. Но у меня всего лишь 26 и 755. Это же какие-то коллекции, ладно, да потом посмотрим. Потому что нам надо сделать репёст, который находится в последней локации. И секретные еще локации. Смотри, добавили 25 локаций. То есть следующее обновление это новый мир. Вы не думаете, что он выйдет на следующей неделе. Потому что новый мир, а это значит надо много локаций, новых пэтов. А это будет космос, там гличи всякие, там даже видно по штучке. Ладно, давай используем. Можно открыть следующую локацию или сделать реперс, который нам увеличит все. Секретные локации, сила пэтов, энчанты, команды пэтов и индекс награды. Тогда вначале найдем реликвии, которые появились 20 штук. Нашел первый. А значит, следующий у нас будет в следующей локации. Возможно, где-то еще тут сзади, но не гарантирую. Давай еще вот эту локацию откроем. Все равно мы сейчас сделали пёрс. Что это? Индекс. Посмотрите на свою коллекцию. Ладно. Так, сзади вот этого домика точно есть реликвия, поэтому давай посмотрим. Нет, просто стоит домик. Ничего не делает этот домик. Ладно, вперед, третий реперст. Новые возможности, новые функции. Это обновление точно на 3 часа, поэтому смотрите до конца. Так, значит, все заново. Давай вначале посмотрим на награды за индекс. Ну, то есть вот это все интересно. Рогатка нужна, чтобы взбивать всякие подарочки. Так, 50 тысяч гемов. Мифические рогатки. Пенияту, которую можно заспавнить. Пати-бокс. Два локи-блока, которые с энчанта такого донатного. Только всего две штуки. Пати. Стартует рандомный ивент. Сундучок. Ой, фу, ты, секретный ключик. Два бандла с энчантами. Три банда с зельками. Четыре с флагами. И пять с игрушками. Много, очень много. И 218 индекс токенов. За них я ничего не смогу купить. Разве что нам надо много крутых вот таких ключей, чтобы открыть им новые возможности. Секретные локации. Вот мне интересно, что в этих секретных локациях. Значит, новые предметы, супер дропаться, новый геймпасик. И смолбоксы это просто сохранять свои... Это, ё-моё, они меняются. Злые, веселые, Титаник... И все. Супердропы. А, и до. Офигеть, стой. Значит, они сюда переместили Daycare геймпасик. Я думаю, будет как-то по уроду, но они переместили Daycare геймпасик из Daycare сюда. Значит, новый предмет. Смолбокс за 999, за 99 робоксов и все. На этом все. Давайте фармитесь, мои пэты. Пока они будут фармиться в следующей локации как раз-таки. А, нет. Почему я эту локацию могу купить? Смотри, там написано зеленое. А, нет, все уже не зеленое. Давайте быстрее, надо пройти это все. А я вернусь, когда я дойду до первой секретной локации. А пока я искал локацию, которая находится секретная локация, нашел подарок с апельсином. Один обычный апельсин. А вот в... 33-я локация появляется первая секретная локация, которую мы откроем. Остальные мы не сможем открыть, потому что у нас один ключик. Что у нас тут находится? Выберите один. В каком-то из них типа хук? Угу. Могу этот выбрать. Могу выбрать этот. Угу. Знаешь, центральный такой всегда очевидный. Мне кажется, надо взять какой-нибудь левый. Или правый. Давай правый возьмем. Я возьму правый. Почему у меня игра залагала, непонятно. Настолько крутая обнова, что у меня аж игра залагала, прикиньте. Мне выпал мифический энчант.
в другом был сапог. А я же говорил, что центральная фигня. И все? То есть я больше не смогу туда зайти. Эх, зря я потратил ключ именно на эту локацию. Мои ошибки не повторяйте. Это самая худшая локация, которая есть. Мне дали какой-то мифический, даже не вот такой, и не седьмой, а именно 5 уровня. Вот он. Коины. Кто их и будет использовать вообще? Кстати, вот у нас появились такие вот эти команды энчантов и команды пэтов. И все. Кстати, 5 новых чармов. Новые стенды, которые... Не знаю, где находятся. Один стенд точно знаю где. Вот здесь. С попугаем был как раз-таки в индексе наградах. Вы его, наверное, видели. И я иду до 75-й локации, поэтому... Офигеть, прикольный режим. Еще музыка такая прикольная. Вот это я понимаю, лаки-блоки. Черный, черный, черный. Ой, не ты черный, вот это черный. А черный это редкий дроп предметов. Окей, давай. Ну, в принципе, ты тоже черный. Ой, боже мой, какие у тебя глаза. Давай, ломай, 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 ломай. Что там, что там, что там? Давай, 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 200. 160, 150. Я предлагала 120. 100 уже. Сейчас посмотрим, что выпадет. Хук, хук. Не, хук тут не падает, это точно. И что же выпадет? Мне надо, чтобы мифик выпал. Ясно. И давайте пройдемте по всем новым локациям, которые я тут разблокировал. Значит, у нас есть новая машина, которую получаешь вот такие вот предметы с нового режима, который мы увидим в будущем. То есть в следующих локациях. Так. Можно получить зельки, чармстоуны. То есть надо вот... заполнять их вот такими вещами, которые получаешь в новой мини-игре. Новая мини-игра это не лаки-блоки. Это у нас... Ясно. Это у нас Диксайт. Майнинг-симулятор, кстати, новый подарок. 5000 гемов каждые 5 часов. Ну, такое себе. Значит, новая мини-игра. Давай. Там побольше будет радиус. Не то, что в первой части. Да... Мы начинаем с нубского. Можно было хотя бы оставить то, что у нас было. А, нет, смотри, валюта такая же. То есть я могу тут сейчас все накупить. Ага. Максимум хватило на две, на вот такой вот. Аметистовый самый крутой. Офигеть, блин. Что-то как-то сложно. Ну и сундуки тут, конечно, будут покруче. Смотри, за каждый блок мне дают побольше, чем в той. В прошлой мини-игре. Я вижу, там уже новые реликвии. Так, что мне с сундука дадут? Фигню дали. Ладно. Мы сейчас к реликвии подойдем. Что там дадут? Сколько дают за руду? 20 тысяч. Ладно. Музыка такая спокойная. Тут почти такая другая. Угу, 70-е. Может, где-то еще есть реликвия? Мне кажется, в такой большой локации две реликвии где-то. Но я только одну нашел. Я хочу скопать прям вообще вниз, поэтому давай пойдем вниз. У меня тут сундук как раз. А вот и та самая жидкость, бензин. Вам нужен бакет, ведро. Это я не могу скопать, кстати. Офигеть. Это я не могу скопать, странно. То есть это у нас вот в этом вот находится новая руда и новая ведерко, которую надо найти, короче. Где это ведерко раздобать, я не знаю, но оно есть. Возможно, оно с сундуков падает. Как раз таки мы сейчас несколько сундуков найдем и проверим это. А я вообще хотел вниз идти, что-то не идет у меня вниз. Вот, идет, все. Никаких бензинов вот этих вот. Не, не выпал мне ведерко. Не знаю, где-то ведерко раздобыть. Но если вы знаете, можете написать в коммент. О! Это новая руда. Новый блок. Я думаю, это руда.
Сундук. В нем ничего нету, отлично. Просто замечательно. В принципе, я не знаю, где ведерко найти. Но я знаю, где получить кристалл. А он находится как раз-таки в другой мини-игре, которая появляется уже почти в конце этого мира. 95-е. Ух ты. Мы сейчас посмотрим на новую локацию. Ой, на новый ивент. Находится он в Диком Западе, если не успели его сломать. Думаешь, его сломали или нет? Мне кажется, сломали. Там какой-то челик стоит. Его, наверное, заспанил. Ну да, он его убил, конечно. Молодец. Поздравляю. Ты самый говнюк, короче. Так. А новая мини-игра находится вот здесь. В 92-й локации. То есть, да, почти конец первого мира. То есть, первый мир у нас уже закончен полностью. Все приколы, все они уже сделались, добавились. Новая мини-игра, прокачанная добывалка. Ловить рыбу. Значит, у нас есть новые удочки. И мы можем... Твоя удочка не такая сильная, чтобы тут ловить. То есть мне надо в прошлую закончить. Ну, короче, вот здесь можно ловить новую руду, которая нужна для создания в новой машине. То есть там у нас новое зелька, чармстоун и новый энчант. Вот так вот. Новый сундук, который находится вот тут. У него там 10 квинтиллионов хп. Просто там ничего больше нету. Есть только вот апгрейд. Апгрейд я купил, там плюс 5% гемов. А вот тут какой апгрейд? А, плюс 10% силы. А, значит, что дальше? Дальше у нас вот такие вот награды. Эпические, высшие предметы падают. Вот такая красивая локация. Да, вообще крутая локация. Здесь находится где-то реликвия. Где-то я ее взял все-таки. Где-то вот в этих лавках. Ладно, вот в этой лавке. Красный. А, вот это новая скорость. Апгрейд скорости. Вы не обращайте внимания, что у меня лагает. Очень большое обновление. Что у меня аж компьютер лагает. Плюс 10% скорости. Ладно. Тут у нас какой-то мешочек, его не взять. Не, не взять. Ладно. Яички какие-то. Еще яички и все. Мини-игру лаки-блоки я показал. Про черный лаки-блок тоже показал. Еще один апгрейдик. Плюс 10% к коинам. Тоже реликвия тут есть. Мы ее давно заметили. Давайте ее берем. Тут у нас тоже эпические и высшая редкость. Ага, одинаковые, спасибо. Очень полезно. Тут у нас тоже новая реликвия. Возьмись. Все. Идем дальше. Вот здесь я не смотрел, но я думаю, тут их нету, потому что, ну, сложно будет их найти. Еще был в водопаде какой-то, я пропустил его вроде. В каком-то водопаде вот в этих локациях. Вот, вот тут. Да-да-да, вот он. Отлично. Чё за... Ничего. Дальше, в подземельях. У нас еще была реликвия. На самом тупом месте, но может кто-то не нашел. Сундучки, их нельзя ломать. Тут вроде никаких реликвий нету. Да, тут нету их. Но я не искал, конечно. Возможно, сзади сейфа какого-нибудь. Но если нашли, можете написать в комментах. Может, кому-то нужна помощь. Так. И все. И вот эта вот машина, которой можно кратить предметы. Здесь находишь в водочках, где рыбки ловить. Это находишь, где копать. Все. Все рассказал, ставьте лайки, подписывайтесь. Новый индекс я вам тоже показал. Новые бутики, ну, тут только название от них есть, потому что тут везде одинаковый конг. Вот только вот попугайчик и все. Энчанты. Три новых энчанта у нас. Это Magic Orb, который вот можно раздобыть в машине вон той. Флэр, Чтепс, который увеличит радиус твоего касания. И взрыв. Твои пэты будут взрывать ближайшие ломалки. Монетки, сундуки и так далее. С вами был Роботин Кинг. Ставьте лайки, отправляйте подарки на мой аккаунт.
на мой аккаунт. И оставляйте комментарии, телеграм-канал в описании. Всем удачи, всем пока!